Привет, друзья! Сейчас хотел бы показать вам еще упражнения с резиной, которые помогут вам стать сильнее. Я стою боком, резину беру в дальнюю руку. В этом положении я делаю вдох. Когда отвожу резину, делаю выдох. Максимальной амплитудой. Следующее упражнение. Опускаете, опять же, становитесь боком. Резина остается у вас держать в той же руке. И вот отсюда вот я начинаю движение отсюда. И потом завожу вот сюда. Вот такое движение. Опять же, это упражнение делается как на левую руку, так и на правую. Потом, следующее упражнение. Разворачиваюсь спиной к резине. Резину беру в две руки. Это упражнение для того, чтобы хорошо бросать через спину с колен. Или бросок кочерга. И вот я ее взял, прижал плотно к себе. И отсюда делаю вдох. Когда наклоняю отсюда. Резким движением от себя. На левую сторону. И потом переношу на правую. Когда я это сделал, поднимаюсь. Резину привязываю. Становлюсь в борцовскую стоечку и начинаю делать проходы в две ноги, как будто я борюсь. И отхожу назад. Это для того, чтобы вы быстро проходили и у вас был такой скоростной проход. Упражнения делайте в зависимости от своих сил, сколько вам позволяют возможности. Спасибо за внимание.